Рекордный всплеск заражений коронавирусом зафиксировано в Казахстане, вследствие чего эпидобстановка в области также может ухудшиться. Об этом говорили на брифинге региональной службы коммуникаций. Сейчас Северный Казахстан находится на границе между зеленой и желтой зон по распространению COVID-19. Подробности у Дианы Салиховой. В стране эпидситуация обостряется с каждым днем. Основная причина – распространение штамма омикрон. Считается он очень опасным. Его уже зарегистрировали в нескольких городах республики. Омикрон отличается тем, что инкубационный период очень короткий, 1-2 дня, то есть быстрая передача будет, да, не как обычно 14 дней было. Быстрая передача, быстрое распространение. Второе – это что невакцинированные граждане больше подвержены заболеть при инфицировании штаммом омикрона, заболеть в тяжелой, крайне тяжелой форме. В стране зафиксирован рекордный показатель. За последние 24 часа более 9 тысяч человек заразились коронавирусом. Лидирует город Нур-Султан. Там за сутки выявили 5118 случаев. На втором месте южная столица. Заболели более 1200 алматинцев. Самый низкий уровень заражения приходится на Северо-Казахстанскую область. За сутки у нас 59 случаев. В областном центре 31. На данный момент мы наблюдаем рост заболеваемости на 11% в нашей области за неделю. Репродуктивное число выросло в 1,3 раза. Это говорит о начале новой волны пандемии. Уже сегодня, согласно матрице эпид-ситуации, мы находимся на границе зеленой и желтой зон, и рост продолжается. На сегодня в реанимации находится 21 пациент, из них 16 крайне тяжелых. В кислородозависимом состоянии сейчас 135 человек, при этом 98% пациентов в инфекционных стационарах не вакцинированы. Из 90 тысяч человек у нас 25 тысяч человек – это невакцинированных остались лица, состоящие на диспансерном учете, которые составляют 80% госпитализации в инфекционных стационарах и порядка 76% смертности. Вторая группа среди этих 90 тысяч – это порядка 62 тысяч невакцинированных лиц старше 60 лет, которые также составляют в пределах 80% в структуре смертности и в структуре госпитализации. На сегодня от вируса вакцинировались почти 260 тысяч североказахстанцев. Препаратом Комирнати иммунизировали более 7 тысяч человек. Из них почти 5,5 тысяч подростков, 1400 кормящих и 212 беременных женщин. Ревакцинацию прошли более 41 тысячи человек. Диана Салихова, итоги дня.